Вы понимаете, Jazz Love Fest, что такое любовь? Кто знает, что такое любовь? Поднимите руки. Так, так. Вот посмотрели, что эти подняли, сразу подняли тоже. Хорошо. Ты знаешь, Володя, барабанщик моей группы, он всегда говорил так: любовь — это когда вместе приятно. Логично. Как минимум. Но ответили ли мы на вопрос о том, что такое любовь или нет? Наверное, это просто одна из версий, как мне кажется. Вова Чумарали, воспитанники фонда «Подари мне крылья». Ну, перформанс не перформанс, но сейчас попробуем поразмышлять вместе, что я знаю о любви. Выходим, 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 аплодисменты! Садимся, садимся. Давайте громче, громче, громче. Мне очень радостно быть сегодня с ребятами, поскольку я не просто так, я как бы член попечительского совета фонда «Подари мне крылья». Давайте похлопаем людям, с которыми мы делаем это дело вместе. В данный момент мы будем размышлять, что же такое. Это я зря сделал, извините, нарушил самое главное правило. Сейчас музыканты настроятся, нужно еще немножечко времени или не нужно уже? Чуть-чуть еще нужно времени. Тяни время, Шура, оно золотое. Вы смотрели фильм «Приключения неуловимых 3»? Вот там человек тянул время как-то так себе. Но с другой стороны, у меня это тоже получилось не очень. Но я хотел бы, чтобы вы приготовились немножко к тому, что сейчас будет происходить. С одной стороны, это реальные истории, которые написали вот эти ребята. С другой стороны, это вещь, которая не заставляет вас о чем-то задуматься. Я хотел бы, чтобы вы почувствовали то, что чувствуют они и я вместе с ними. Я хотел бы, чтобы вы увидели внутри себя что-то хорошее и положительное прямо сейчас, и чтобы это хорошее и положительное, уверен, что в принципе этого очень-очень много, чтобы оно засияло каким-то огнем.